Краевые спасатели переходят на усиленный режим работы. Связано это с ростом числа бытовых пожаров, преимущественно в частном секторе. Так, с начала года, которое выдалось морозным, произошло уже 170 таких пожаров. 9 человек погибли, 14 получили серьезные травмы. Во всех случаях возгорание происходило из-за неправильной эксплуатации печей. Основная причина пожаров в многоквартирных домах – короткое замыкание. Спасатели призывают людей быть осторожными, не перегружать электрические сети, следить за исправностью электроприборов. Жителям частного сектора советуют не оставлять печи без присмотра. У каждой печи должен быть плитопочный лист в частном секторе. Размеры плитопочного листа – 50 на 70. Именно такие размеры дают возможность предостеречь разброса искр и выпадающих головей из печи. Необходимо проявить бдительность и посмотреть, убрать от печи любые предметы, которые могут самовозгореться.